I stand firm for our soil. Liquor I come for, so they juicy, so juicy. Trust me, just be stitchy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. Артерия наполнилась новой кровью. Я не имею в виду эритроциты или тромбоциты. Это обновленное, свежее пространство, которое готово принять новые художественные формы. А мы с вами продолжаем держать руку на пульсе современного искусства. Обновленное пространство артерия. Что может дать какой-то, не знаю, может результат в плане новых выставок, новых проектов? Как вы видите? Я думаю, в современном мире сейчас это новое видение, новое веяние, оно должно, очень хочется, чтобы оно развивалось, молодым художникам давало какую-то известность, я бы сказала так. Насколько востребовано? То есть пространство это хорошо открылось, да, может быть, даже художники будут хорошие, и проекты отличные. Востребовано ли это сейчас в Одессе? Ну, не настолько, насколько бы хотелось, мне кажется. Это надо развивать. Это больше тусовка или это заинтересованность? Вот сегодня конкретно. Ну, я бы сказала половину на половину, скорее всего, так. Кто-то потусоваться. Кто-то, да, кому-то это интересно действительно, и кому-то хочется, чтобы это развивалось. Что бы вы хотели? Хочется, чтобы это развивалось. А конкретнее там что-то увидеть, какие-то, может быть, формы интересные, новые? Ну, это все новое, все интересно всегда. И хочется, хочется, чтобы все-таки художники в нашей стране были более востребованы. Вот. И, как, например, в Европе там, или в других странах. Вот. Хочется больше. То есть у нас это не особо ценится, да? Не особо, к сожалению. Но будем надеяться, что оно начнет развиваться. Обновилось пространство, которое символизирует о том, что что-то новое здесь будет, про артерия. Как вы видите какие-то перспективы вообще нового чего-то в искусстве? Новое – это хорошо, только пространство не очень удобное. Вот, нашли проходы узкие. Молодежное движение в творчестве вас как-то интересует? Я здесь, так, конечно, интересует. Что вы можете отметить? Что важного, что такого необычного Одесса, молодого искусства ее, может преподнести сообществу? В Одессе все необычно, в сравнении с другими городами. Одесса – это и есть Одесса, Южная Пальмира. Насколько я понял, это будет другой совершенно формат, такой культурологическо-образовательный, возможно, будет все хорошо. Мультимедийный. Да, но я не знаю, насколько это востребовано у нас в городе. Посмотрим. Я буду приходить. Насколько будут приходить люди сюда, что из этого получится, посмотрим. Не уверен. А в чем проблема, ну, то есть востребованности? То, что интерес не такой живой, что ли? Да, но мне кажется, что, собственно, образовывать молодежь сейчас неинтересно ни молодежи, ни системе образования. И, как сказал один наш хороший преподаватель, мы делаем вид, что мы учимся, а нас делает вид, преподаватель делает вид, что нас учат. Я не знаю, должна быть какая-то взаимопотребность в этом. Мне кажется, сегодня этого нет. Но это лично такое мое мнение. Может быть, это неправда, я надеюсь на это. Ну скажи, а вот присутствие множества людей вот сегодня на выставке, это что? Это просто пришли они потусоваться или... Но, на мой взгляд, вообще, честно говоря, я не понимаю особо, зачем такие вернисажи происходят. Вот, ну, как бы смысл этого всего. Для меня сегодня подобное это, в первую очередь, тусовка. Вот, честно говорю, как есть, потому что, не знаю, я не покупаю... Ой, извините. Я не покупаю эти работы, я не знаком лично с автором, я не вижу ничего нового, потому что очень много нового можно увидеть сейчас в сети интернет, в других городах и так далее. Я вижу то, что происходит в Одессе, это прекрасно, но это не тот уровень, на который стоит стремиться сегодня. Поэтому, на мой взгляд, это вот какое-то более-менее тусовочное, развлекательное мероприятие с уклоном в искусство. Вот как бы, что сегодня происходит, на мой взгляд.
А что, по твоему мнению, Одесса в лучшем случае, в лучшем своем варианте может преподнести миру искусства? Что-то есть такого, что супер индивидуальное, не знаю, какое-то? Не знаю, на мой взгляд, сегодня Одесса не несет какой-то такой супер индивидуальности, которая несла спокон веков, там, вплоть до 70-х, 80-х годов, потому что вот эта вот Одесса с анекдотами и какими-то тетями Сарами, она ушла куда-то очень далеко. Сегодня Одесса – это такой полупровинциальный город, который дает таланты, которые не реализуются чаще всего в Одессе, потому что самые талантливые люди всегда уезжают, и сегодня они в Нью-Йорке, в Москве, в Лондоне. А что может дать Одесса современному искусству мировому? Хотя бы украинскому. Хотя бы украинскому. Не знаю, дерзость. Вот в этом проекте есть то, что можно дать украинскому искусству. Это дерзость. Это дерзкий проект. Кроме ремонта, кроме того, что здесь внешне поменялось, что будет нового, принципиально нового? Принципиально новый тот факт, что мы немного сменили формат. Теперь артерия – это не просто выставочный зал или галерея, это не галерея, это открытое пространство, где будут проходить мастер-классы, лекции, выставки. Оно будет открыто ежедневно, здесь будет дневной пульт. Мы планируем, что мы запустим свое радио, которое будет онлайн вестись ежедневно, видео в интернете. То есть мы хотим выходить на новый уровень, хотим развивать активнее художественную среду. Мы не заинтересованы в продажах работ, мы заинтересованы в взращивании новых художественных кадров, которые в перспективе будут лицом украинского искусства. То есть это такое мультимедийное пространство, которое объединяет разные формы, да? То есть, ну, абсолютно. Да, да, да. Это мультимедийное пространство, мультикультурное. Мы открыты к различным экспериментам художественным от молодых авторов. Нам они нужны. Мы заинтересованы в их развитии и их дальнейшему творчеству. То есть Музей современного искусства Одессы решил сделать такой ход конем в сторону открытости и развития среды в Одессе и в Украине в принципе. Смотри, я просто спрашивал, ну я просто разговаривал с людьми, и я задавал о востребованности вопрос. Востребованности вот таких форм. Не просто, чтобы прийти на выставку, как на тусовку, да, а вообще, чтобы, ну, это жило, чтобы, да, это, как, да, бы, да, чтобы это имело жизнь полноценно. Нет, конечно, безусловно, мы к этому и стремимся. Вот почему мы хотим наполнить артерию свежей кровью и свежими мероприятиями. Учитывая пассивность какую-то определенную. Особенно Одесскую. Одесскую, да. То есть все-таки есть проблема в том, чтобы это доходило до адресата. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы сюда ходила разная публика, не только молодежь. Мы хотим, чтобы разное поколение людей, зрителей оценивали. Нам не хватает критики. Вот это очень важная вещь. Нам не хватает критики, нормальной, грамотной, хорошей критики. Ответной реакции. Нам не хватает этого. А мы ждем этого. Мы делаем много усилий, мы делаем много проектов, но нам не хватает в Одессе критики. Я хочу призвать нормально мыслящих, философски мыслящих ребят, которые разбираются в философии, психологии, искусстве, истории искусства, журналистике. Нам нужна критика. Мы заинтересованы в нормальной критике. Это взаимосвязи искусства, культуры и критики общества. Потому что институции
оппозиционная критика в Одессе отсутствует, а нам она нужна. Без этого искусство, ну, на пол шишечки, грубо говоря. Художник Дмитрий Эрлих – первый донор в обнуленной артерии. В нем пульсирует интерес к тому, какое место занимает человек в окружающем мире, учитывая внешние обстоятельства. Ведь зачастую мы занимаем очевидно неловкое положение по отношению к окружающей реальности. Они у меня обедают. Я люблю слушать, что говорят. А тебе что-то говорили уже о выставке? Мне нет. Нет? Ну вот я вот здесь я увижу у тебя в программе, что они говорили. Ну, смотри, какую реакцию хотел бы? Или какую реакцию? Я хочу реакцию, чтобы она была искренняя. Хочу искреннюю реакцию. Пусть это будет мат, все что угодно. Плохо, хорошо. Это должна быть реакция, всем не может понравиться. Поэтому должна быть реакция. Реакция это всегда или хорошо. Нет, это и хорошо, и плохо. И ужасно, и прекрасно. В общем, все спектры чувств. Конечно. Смотри, ну, по крайней мере, важно, да, вот этот ответ на какой-то ты посыл, соответственно, обратка, да, какая-то вот такая. Вот обратка это и есть вот эта вот реакция. Вот я хочу вот реакции. На самом деле очень важно, чтобы была какая-то реакция. Чтобы люди как-то реагировали, ну, и говорили, чтобы не просто пришли бухнуть, да, на выставку. Или поесть канапех, там еще что-то. Но чтобы они пришли и что-нибудь сказали, вот это, ну, это круто. Смотри, это плохо или это хорошо? И почему, вот важно почему. Потому что в прошлом интервью на 220 вольт девочка была одна такая критичная. Довольно жестко. Очень хорошо сказала, но не аргументировала ни одного своего слова. Это да. Это вот есть. Тут отстой. А-а-а. Вот говорить, что все отстой, я могу. Или сейчас я могу говорить, что все круто. Ребята, это cool. Это искусство суперкласса. Ну, чтобы писать, но, да? Но я же не могу это говорить. Ну, потому что я не могу. Ну, смотри, почему вот этот проект ты задумал? Неловкое положение. Как у тебя это все родилось? Это очень долгое рождение этого проекта. 9 месяцев. Там ловкое было положение. Нет, ну почему... Ему где-то 4 года. Почему неловкие? Ну, я не знаю, если честно. Ну, неловкие положения. Ну, на самом деле, это был такой сбор информации. Потому что у многих почему-то я их ставлю в неловкое положение, кстати. Вот этими работами. Люди обнаженные. Специальная техника, ну, своя, да. Да, все очень просто, без поэзии. Что ты чувствовал при создании работы, создании представления этого проекта? Что я чувствовал? Удовлетворение от того, что я наконец-то как бы дошел до этапа такого мощного, ну, как бы не мощного, а... Энергетического. А просто вот персонального проекта. Как ты можешь оценить, зная Диму, его какой-то вот посыл, может быть, со стороны, который он пытается отправить через свою работу? Это посыл? Что я могу сказать? Честно, то, что сейчас у него творится в голове, я не могу этого понять. Вот, потому что, видя его предыдущие работы, вот, которые он делал, сотворял в живопись, он делал портреты обалденные на ДСП. Что-то изменилось. Вот этот его мир, честно, я не могу его понять. Не могу его понять, как друг, как лучший друг, но... Может, как ты можешь его описать, этот мир? Как описать? Да. Ну, вы видели эти работы? Ну, как я могу его описать? Ну, дерзко. Дерзко, пошло, откровенно. Ну, если ему нравится, если он хочет, пусть он делает. Вот. Главное, чтобы другие люди понимали. Вот. Я пойму его в любом случае, каким бы он ни был, в каком бы он ни был состоянии, я его пойму, и его работы пойму. Вот.
Ну, как ты можешь объяснить вот эту вот тягу? Объяснить? Да. Я не могу его объяснить. Нет. Это то, что идет у него изнутри, а его мысли никому не понятны. А даже, мне кажется, самому ему непонятны эти мысли. Ну, то есть, в принципе, можно сказать о том, что художник интуитивно просто создает работы, а объяснить он как бы... Он и его знакомые не могут, да? Как видим, ничего сложного, все на поверхности. Что-то впечатлило? Я еще не досмотрела до конца, но я с Димой давно знакома, и как бы я знала, чего ожидать. Я, так сказать, все эти работы рождались на моих глазах. Как они рождались? Ну, что можете выделить? Что я могу выделить? То, что Димка всегда в поиске, и, наверное, это какой-то его этап. Его пластика – это его этап. Даже не знаю, что я еще могу по этому поводу сказать. Очень интересно смотреть. Забавно. Да? Да. А что он ищет, как вы думаете? Как и каждый художник, себя и свое видение этого мира. А вот его реализация, что можно отметить такого необычного, который может его выделить, его личность? Наверное, его пластика. Каждый художник отличается своей пластикой. Если люди не узнают его пластику, значит, этот художник неизвестен. Поэтому я думаю, что... Нельзя не отметить, что наблюдается определенная малокровие в современном обществе. Безусловно, нужны новые доноры, которые принесут что-то ценное, важное, настоящее. Says shouldn't be seen. Let me take you down the corridors of my life.